12 декабря 2011 года в 11:25 в службу спасения поступил тревожный сигнал. Водитель трамвая заметил на остановке Винновская роща в железнодорожном районе подозрительный черный пакет и сообщил об этом в трамвайное депо. Сотрудники депо вызвали спасателей МЧС. На место в срочном порядке выехали все соответствующие спецслужбы. Спасатели прибыли на место первыми и начали эвакуацию жителей, находящихся у остановки. Как вы видите, даже если мы предлагаем, просим людей отсюда уйти, они реагируют очень, скажем так, бурно. И, видимо, не понимают всей опасности, особенно, скажем так, люди пожилого возраста. Сейчас вот вы видели, мы отсюда пытались удалить людей, они доказывают, что им ехать нужно. Но народ вас не боится ничего. Сотрудники полиции оцепили павильон и вызвали кинологов со служебными собаками. Осмотрев подозрительный предмет, выяснилось, что тревога ложная. В пакете находится стеклопосуда. Тем не менее, сотрудники МЧС поблагодарили вагоновожатую за проявленную бдительность и попросили впредь сообщать о подозрительных предметах, оставленных без присмотра в общественных местах.